Как сделать текст в стиле 80-х и логотипа Daft Punk? У оригинала более стеклянный вид, его можно будет получить, подкорректировав конечный результат. Есть два вида шрифта, первый более точный, но рендерер ломается, если использовать латинскую букву P. Сделай новую композицию. Напишите текст и отредактируйте композицию, используя инструменты в окне Character. Отредактируй расстояние между буквами Kerning, выделяя буквы и меняя параметры трекинг. Также можно менять размеры некоторых букв и их высоту на строке. Меняй расстояние между строк, выделив все слова. Добавь пробелов перед словом, чтобы его сдвинуть. Скопируй текст и заприкомп оба слоя. В настройках композиции в разделе 3D Renderer выберите Cinema 4D. Зайди в одну из композиций и сделай текст 3D, нажав на кубик. Нажми на стрелочку возле текста, выбери параметры геометрии. Bevel или же скос, выбери Angular, угловой, и глубину Depth 7. Создай новый Solid, добавь эффекты Gradient Ramp, Colorama и Hue Saturation. Hue Saturation, ползунок Saturation выведи в ноль. В Colorama выбери в Output Cycle Preset Caribbean. Сделай прикомп солиду. Выдели его и в меню Layer выбери Environment Layer. В параметрах материала текста включи параметр на Cast Shadows и увеличь Reflection Intensity до 100. Создай новый источник света. Тип света Spot. Интенсивность 50-100. С большим радиусом и углом 180 градусов. Подвинь по оси Z, чтобы свет падал на весь текст плюс-минус равномерно. Открой верхний прикомп с текстом и поменяй его цвет на черный. Также сделай его 3D, нажав на иконку кубика. Вернись к прикомпам и создай новую камеру, используя пресет, например, 35 мм. Выбери слой камеры и в разделе Edit выбери Copy with Property Links. Ставь скопированную камеру в оба прикомпа. Теперь, если нажать C и двигать камеру в главной композиции, то она меняется во всех слоях. Добавь эффекты кривых и уровней к слою со скосами и подвигай их для создания металлического вида. Создай новый adjustment слой, закинь выше всех слоев и добавь эффект Turbulence Display с маленьким размером, чтобы придать тексту более угловатый вид. Создай новый черный solid и кинь вниз композиции, это важно для последующих эффектов. Создай новый слой adjustment поверх всех композиций и добавь directional blur на 45 градусов и большой длиной. Добавь кривые с S контрастом, добавь brightness and contrast с высокой яркостью и низким контрастом.
сделай два дубликата этого слоя и поменяй в них направление Direction Blur на минус 45 и 90 градусов. Также сделай вид у всех трех слоев наложения на скрин. Поиграйся с параметрами, чтобы сделать эффект более видимым. Добавь новый adjustment слой с кривыми, яркостью и контрастом, и сделай текст более выделяющимся. Создай черный солид, прикомпи его и открой. Добавь эффект Lens Flare. Поставь тип 105 мм и установи центр посередине композиции. Выделив слой, нажми на букву S, разомкни параметр Scale и сплющи изображение до вида луча. Сделай две копии, поверни одну, а вторую растяни до вида шара. Добавь adjustment слой и эффект brightness and contrast. Добейся вида сияющего блика. Нажми кнопку T на слой с шаром, кликни с зажатой клавишей Alt на значке циферблата, это откроет панель выражений Expressions. Напиши мне Wiggle 5.20, это сделает виляющую анимацию 5 раз в секунду с размахом в 20 значений. Добавь такое же выражение, но на поворот для лучей, клавиша R. Вернись к слоям, сделай эффект наложения Screen и добавь эффект Set Channels. Поставь Set Alpha to Source 4 на значение Luminance. Это сделает темный фон прозрачным. Иногда он багует в композициях. Сделай дубликаты сияний и, меняя размер, положение и поворот, расположи по всему тексту. Добавь для мерцания выражение на прозрачность, например, Random 70-100, что позволит значению прыгать между 70 и 100. Добавь его же для остальных бликов. Также в слое с Brightness Contrast добавь к Brightness выражение Random 4070, чтобы мерцал весь текст. Создай новый слой Adjustment, добавь Sharpen и Unsharpen и Sharpen снова. Такой порядок создаст базовый эффект VHS эстетики. Добавь кривые и установи нижний ползунок выше, чтобы размыть черные цвета.
Выражение для камеры Wiggle можно добавить для эффекта дрожащей камеры, но он долго рендерится. Вообще лучше ставить его на всю композицию целиком. Создай новый слой Adjustment и добавь эффект свечения Glow с большим радиусом. Также можно еще добавить один слой Adjustment и добавить эффект Posterize Time, чтобы сделать вид дерганой картинки.